Предполагается имплантация в области удаленного 16-го зуба, ранее удаленного. После удаления прошло чуть более полутора месяцев. Так, максимально широко. Вот я это немножко отбыл. Я думаю, что да. Я думаю, что да. Здесь у вас проблема в чем? Первый этап формирования. Тут она пинает лапочку до стопа. Делается разрез по гребню. Не больно? Постепенно увеличивая диаметра может привести к утрате большого объема костной ткани. В этом случае используются специальные так называемые остеотомы или костные конденсеры. То есть это, по сути дела, инструмент, который расширяет уже сформированную ложу и уплотняет костные стенки. Так, переходим на другую скорость.
30 ньютон на сантиметр. Зашито. Закладываем сюда клапанчик. Закрываем. Все.